Иди поприветствуй гостей. Скорее, иди сюда. Иди сюда, Мироска. Смотрите. Ой, Лингер. Просто. Ой, ну это валяется. Ну я внучатый племянник Обамы. Марсель, красивый лев. Ой, а такой. Как он, от кого такой получился? Марсель. История умалчивает. Марсель. Аушки. 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 Иди сюда, скорее. Иди ой, сюда, какой иди. Он огромный. Иди. Максима еще не доели? Иди еще, попробуй, Макс. Ой, 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 вот так. А верховые львы в Тайгане есть? Говорит, хватит меня есть. К концу поездки от меня ничего не останется. Девушки, давайте, кто смелый, давайте рядышком. Ой, какой красивый. Максим, уже ничего не давайте, страшно. Давайте. Максим, по-моему, уже доплатить готов, чтобы закончить. Чтобы закончить. Так, рядышком. Вот так. Вот, я выхожу, Макс, из кадра. Давай Юлю снимать. Красиво позируй. Танечка, отсюда снимай. Угу. Красиво. Они, девушка и лев. Смотри, как в фильме Ирина Бугримова. Какой ты красавчик. Вот там, за ушком, подбородочек ему, да, вот так, вот так, вот так, вот так. Тебе ничего, льву приятно. Вот, вот, какие зубы у нас красивые. Хороший, хороший, вот. Хороший, хороший. Марсель, на соседа не заваливайся, помнишь? Скажи, хотел бы посмотреть, точно красивую девушку дали? Да. Точно будет удачная фотосессия. Обманывают или как? Ой, какой ты красавчик, господи, глазки прикрыл. Максим бесстрашный у нас сегодня. Иди сюда. Ну что за такое? Это вы чем-то намазались, да? Максим, ты чем намазался? Что у тебя с ними такое? Просто очень аппетитно. Да. Так и тянет. Так и тянет, да. Скажи, хозяин, еще, может, я тогда сфотографируюсь с Максимом? Давай зубы покажем, а? Какие, где зубы у тебя? Вончик. Сделай так. Сделай. Скажи, не хочу. Боже мой. Скажи, все видели, что все натурально. Все натурально. Все на месте. Мирон, ты к нам совсем не идет? Не иду. Нет, я, говорю, сплю. Да? Да. Очень красивый лев. Фотографировались не все. Давайте, кто еще? Садитесь. Угу. Максим сегодня многострадальный. Да. Опять Бизончик. Захочет ногу подкусить. Чем-то в это. Отворачивается, но терпит. Терпит, да. Только из уважения к хозяину. Опасность, ну, да. Конечно, есть быть укушенным, но. Несоизмеримо с удовольствием. Несоизмеримо с удовольствием, да. Людмила, давай сюда вы. Идите вот сюда, вот впереди садитесь, вот здесь. А вот сюда не идем? Давайте, да, тут вам удобно. Скажи, хозяин, еще Людмила будет? Ой, ты мой хороший, за ушком тебе почесать. Почесать не хочешь? А почему не хочешь? Мальчик хороший, мальчик. Ты мальчик хороший, да. Да, хороший мальчик, хороший. Хороший мальчик, хороший. Ой, вот какой так, вот так, вот так, хорошо. Вот так, чуть-чуть. Улыбается, чуть-чуть. Все, точно, обколотый лев. Абсолютно, обколотый лев. Ой, ты мой маленький. Скажи еще снизу, скажи, Людмила. Ты мой хороший, мальчик хороший, красивый. Скажи, Людмила, а снизу еще? Ласковый. Так вот тебе тут почесать надо, тебе почесать. Ой, сейчас ты меня завалишь. Я понимаю, ты же большой все-таки. Красавец. Кто следующий? Кто следующий? Чего и лапать?